Ноутбуки Wayo серии Z компании Sony оснащаются сразу двумя графическими акселераторами: интегрированным Intel GMA 4500HD и дискретным NVIDIA GeForce 9300M. Благодаря новым возможностям мобильной платформы Intel Centrino 2, переключаться между ними можно без перезагрузки системы, прямо-таки на лету. При переключении Windows выдает предупреждение о необходимости сохранить данные и закрыть все открытые программы. На практике же это требуется только для медиапроигрывателей и 3D-приложений. Все остальные перезапускать не нужно. В режиме стамина производительность 3D оставляет желать лучшего, зато впечатляет экономичность. Время автономной работы ноутбука от стандартной батареи составляет до 10 часов. Если же хочется поиграть, включаем режим Speed, и производительность 3D-графики возрастает на порядок.